Александр Андреев служит в милиции почти 20 лет. За это время ни разу не пожалел о выбранной профессии, несмотря на то, что она опасна и трудна. Что у меня родители, отец, его братья все были в милиции. С детства смотрел, как они работают, и поэтому пошел по их стопам. Поначалу было тяжело, но потом втягиваешься, работаешь, и получается. На счету у старшего участкового за 20 лет около 200 раскрытых преступлений. За каждым из них, говорит Александр, работа всего отдела. За 9 месяцев нынешнего года в районе было совершено 343 преступления. Благодаря оперативной розыскной работе и хорошему взаимодействию между службами 80% из них раскрыты. Отметил сегодня на торжественном собрании и начальник РОВД. Свою работу милиция делает. Я считаю, оценку хорошо. Действительно, обстановка стабильная, контролируемая. Тяжких преступлений, как таковых, не раскрытых на территории района остается немного. Хочется отметить оперативное раскрытие преступления. Убийство Топоркован было раскрыто по горячим следам. Ряд открытых хищений чужого имущества, совершенных в ночное время. Через форточку, через окно проникали злоумышленники в домовладение граждан. Значит, вызывали испуг, требовали денег. Ну, были также раскрыты две группы задержанных. За раскрытие убийства по горячим следам и проявленную бдительность президент Приднестровья отметил отличившихся сотрудников Дубасарского РОВД медалями за отличную службу. Сегодня в честь 95-й годовщины образования советской милиции лучшие работники тоже были удостоены высоких государственных наград. Анжела Каранчук и Виктор Меленчук, Первый Приднестровский.